Медиагруппа «Авангард» представляет. Лет мы говорим про аутентификацию, про идентификацию. Но, уважаемые коллеги, дело в том, что я вот больше 15 лет занимался только аутентификацией, и масса у меня научных работ на эту тему, и совместная монография и с коллегами из 8-го центра, и так далее, и так далее. Но, значит, выяснилось, что вопросы идентификации, они гораздо более сложные, чем аутентификация. Я вам постараюсь это показать. И, во-вторых, хочу показать следующий момент в своем докладе, что доверие к процессам выстроить практически невозможно. А вот оценить риски и принять правильное решение для конкретной транзакции – это гораздо проще. Вот, это первый тезис, который хотел бы сказать. Есть стандарт, который почему-то до сих пор не переводится у нас в России. Я предлагал уже и коллегам из ТЭК 362 ТК, где я стою экспертом, и, значит, коллегам из 26 ТК. Но надеюсь, что все-таки мы этот стандарт переведем на русский язык, потому что он очень полезен именно, в том числе, и для банковского сообщества. В чем тут суть? Перед тем, как предоставить доступ вот в правом верху к какому-то информационному ресурсу, нужно оценить риски доступа и ошибки доступа, и необходимости к этому ресурсу, и убедиться в том, что сделано правильно, идентификация, аутентификация выполнена, это вот слева, да, и, значит, в соответствии с моделями, формальными моделями безопасности, доступ предоставлен. То есть авторизация прошла правильно. Ну, я думаю, что вы уже рассмотрели эту картиночку. Здесь суть этой картинки в том, что в гармонии должно быть все по уровням доверия и соответствовать определенному уровню риска, который вы предварительно оценили. Вот, собственно, в чем суть этой картиночки. Вот я просто взял и другими словами попробовал написать, в чем цель идентификации, особенно первичной, которая проходит при регистрации. Нам нужно убедиться в том, что субъект является тем, за кого себя выдает. И в этом свете, конечно, то, что вот Антон Милузов сказал, что вы, единожды пройдя непонятно как регистрацию, потом от банка к банку будете ходить, и эту цепочку доверия, когда будут проверять в случае разбора конфликтной ситуации, выяснится, что при первичной идентификации, когда человек приходит регистрироваться в какой-то информационной системе, которая будет потом якорной, вот, это очень важный момент. И здесь без личной явки обойтись все-таки невозможно. А вот как и кто проводит эту идентификацию при регистрации, это вопрос, потому что в МФЦ у нас нет оборудования соответствующего, чтобы проверить на подлинность паспорт, например, чтобы тут же проверить, а нет ли его в списке отозванных недействительных паспортов. Мы вот вчера с коллегой из одного крупного банка сходили на сайт МВД, всего лишь там за 10 лет свыше 1 000 000 недействительных паспортов. Вот просто в онлайн сделали это, посмотрели, ого-го. Вот, такой результатик. Поэтому, значит, все эти вопросы, они в комплексе должны решаться, и решаться причем и на законодательном, и на нормативно-правовом уровне. Если мы вот этого не сделаем в течение ближайших там 3, максимум 5 лет, то, значит, масса усилий будет потрачена, на мой взгляд, совершенно впустую. Вот я же задавал неспроста вопросы такие, с подковыркой, потому что опыт международный и международные стандарты говорят, что мы идем чуть-чуть не тем путем. То есть вот опыт говорит о том, что нам нужно подкорректировать наш путь. Поэтому, значит, вот с первичной идентификацией, это очень важный этап. А цель аутентификации, она вообще, процесс очень простой. Вы уже зарегистрированы в системе, и вам нужно просто предъявить нужный идентификатор. Или он автоматом может из кэша вылезти, когда вы набираете там определенный сайт, поскольку вы работаете все время, допустим, с одного устройства. И дальше просто подтвердить, что вы являетесь тем зарегистрированным уже пользователем в системе.
То есть, в принципе, процесс аутентификации гораздо проще, чем процесс идентификации при регистрации. Вот, хотелось бы на это обратить внимание. Ну, относительно доступа и удаленного доступа, все мы не дети и понимаем, что требования к безопасности к удаленному доступу гораздо выше, чем требования к обычному доступу из сети, вот, к любому информационному ресурсу. И здесь мы должны учитывать, что и риски есть, и требования, они, в принципе, повышенные есть. И в международных, и в наших документах, слава богу, это все в гармонии. Теперь, как можно получать доверие к результатам первичной идентификации? Вот левая колоночка. Мы должны убедиться, что предоставленные данные, они уникальны. Надо проверить на подлинность бумажные документы. И нужно, нет ли подделки и так далее. И нужно убедиться в том, что предъявленные характеристики существуют в государственных реестрах. Что номер паспорта, да, есть действительно такой в реестре. Что есть такой ИНН, СНИЛС и так далее, и так далее. И очень важная вещь. Нужно проверить, а как эти электронные данные связаны с конкретной личностью. Это можно сделать только при личной явке, грамотно. Причем международные стандарты говорят, что да, биометрию здесь надо снимать, рекомендуется. И причем этот процесс, если есть еще видеосъемка, то не будет отказуемости от регистрации. Очень важная вещь. И в итоге уровни доверия, они очень легко вычисляются после такого вот подхода. Если у нас все требования к первичной идентификации соблюдены и заявленные идентификационные данные, они подтверждаются, и есть возможность проверки, значит, привязки вот идентификационных данных в электронном виде к конкретной личности, тогда уровни доверия легко вычисляются. Итак, мы можем получить уровень доверия к первичной идентификации, это правый квадратик, путем получения уровня доверия к уникальности идентификационной информации в электронном виде, что она существует в государственных реестрах и что есть привязка электронных данных к конкретной личности. Мы получим нормальные уровни доверия к результатам регистрации фактически нового пользователя нашей информационной системы. То же самое происходит и с аутентификацией, но это уже проще. Здесь нам нужно посмотреть, а как организован обмен. Это может быть односторонний обмен или взаимная аутентификация. Это может быть однофакторная, там двух и более факторов используется. И протоколы тоже. Самые простые до строгой криптографии, стойкой к атакам. Таким образом, мы уровень доверия к аутентификации в итоге можем получать из того, сколько используется факторов, какие протоколы и какие способы генерации той самой аутентификационной информации. Если это неизвлекаемый ключ, приватный, то это самая строгая, соответственно, и аутентификация. Вот, обратите внимание на этот слайд. Здесь расписаны методы аутентификации, потому что вот даже при всем моем уважении господину Берову и Ростелекому, очень уважаю эту организацию, но когда люди говорят, что один и тот же вид предъявляемой информации, допустим, лицо и голос, говорят, это два фактора. Коллеги, это в корне неправильно. У нас есть четкое определение факторов везде. Это применяемые либо знания, либо владение определенным предметом, либо биометрические характеристики. Вот другого не бывает в природе. Все очень просто. И если вы один и тот же метод знания, допустим, фактор знания, применяете хоть 300 раз, все равно это будет единственный фактор знания. А многофакторная аутентификация, двухфакторная, трехфакторная, она подразумевает использование сразу этих двух факторов. Если они сразу вот одновременно не используются в данном процессе аутентификации, то это уже будет однофакторная аутентификация. Все очень просто. И я специально привел, что эти данные, они опубликованы в двух журналах, «Вопрос защиты информации», «Вопрос кибербезопасности». Это же войдет в будущий стандарт. Возражений я от 8-го центра не увидел. Значит, был там, все это показывал, рассказывал, оставил материалы. Значит, думаю, надеюсь, что это будет принято в качестве стандарта. Как и последнее дело, которому я сейчас посвящаю, научные
изыскания, у меня мечта построить матрицы рисков для идентификации и для аутентификации. Вот как только это сделаю, я буду считать, что моя миссия, в общем, ну, в научном плане выполнена. Но это непростое дело. Вот. Здесь расписано просто все. Есть и обмен, что используется для аутентификации, что защищается, какие факторы при этом, и какие уровни доверия могут быть получены. Все это, конечно, условно. И этих уровней доверия в конкретной информационной системе может быть 3, может быть 5, может быть 12, а не здесь, не 10, как здесь. Дело в том, что все зависит от состава обрабатываемой информации, от назначения системы и так далее, и так далее. И от рисков, которые надо при этом учитывать. Ну и хотелось бы еще вот поговорить о том, вот есть организация ФИДО, да, организация ФИДО, она предназначена для того, чтобы уйти от парольной аутентификации на защищенных веб-сайтах, для того, чтобы при доступе на веб, значит, мы используем другие способы. И по заданию вот этой организации был сделан вот такой достаточно добротный отчет, вот, который показывает о том, что, в принципе, как бы мы, вот у нас почему-то модно понижать доверие и уходить от строгой аутентификации, вот, к мобильной. Мобильная — это всегда небезопасная, коллеги. Вы это знаете, я сейчас к этому еще вернусь попозже. Значит, чем проще, тем лучше, но чем проще, тем небезопасней. Вот статистика в мире, я могу привести еще массу данных. Но это относительно свежий, это январь прошлого года отчет. Поэтому вот смотрите, изучайте. То же самое, вот, значит, Javelin Agency на деньги по заданию ФИДО сделала вот такой вот тоже отчет. Видно, что есть простая и усиленная аутентификация, и показано, что и корпоративные пользователи, и частные пользователи, конечно, здесь разница есть, вы видите ее невооруженным глазом, но, в принципе, для корпоративных пользователей использование пароля, оно уже снижается там где-то до 1/5. При этом вы видите, что применение одноразовых one-time password, одноразовых паролей в том или ином виде, оно занимает уже почти половину. Вот. Способов и методов аутентификации. А это усиленная аутентификация. Это уже не простая, а усиленная. Поэтому, в принципе, значит, и ФИДО тоже понимает, что не надо упрощать, не надо снижать уровень доверия, не надо понижать безопасность. Потому что киберриски растут, угрозы растут, а мы, значит, хотим снижать требования. И понимаете, коллеги, при разговоре с вашими бизнес-коллегами в каждом банке, ну зовите меня, других людей, кто может объяснить бизнесам, у которых нет технического образования, значит, что, а вот удобно, а вот мы хотим, значит, сделать, что у нас только по смартфону будет все аутентифицироваться и получать доступ. Юрлица, это вообще, ну, выше некуда. А кто потом будет расхлебывать все это? Ну вот смотрите, значит, я приведу еще, поскольку являюсь экспертом и вот международных результатов, кое-какие данные приведу очень аккуратненько. Вот, смотрите, здесь показано, что любое мобильное устройство, оно небезопасно. И для того, чтобы применять биометрию, рекомендуется ее применять только в Trusted Execution Environment зоне. То есть та доверенная зона в мобильном телефоне, которой можно доверять. Вопрос, что это может быть? Кто знает, поднимите руки. Ну, например, это может быть доверенная, сертифицированная отечественная сим-карта на отечественном чипе, которого пока, к сожалению, для этой цели нет, но к этому надо стремиться. Все остальное недоверено. Все остальное от лукавого. Какую бы мы сертифицированную Android OS не поставили, все равно управление идет из траст-зоны. И в любой момент ваша сертифицированная Android OS, она может быть отключена или заблокирована, или перенаправлена командой. Вот и все. Поэтому здесь нужно очень аккуратно подходить. И ключи тоже нужно очень аккуратно криптографически хранить на мобильных телефонах. Вот. Об этом говорят международные стандарты.
Ссылки есть. Значит, типовая схема биометрическая, ну это вы рассмотрите, у нас просто времени нет, подробно все расписать, здесь даже расписаны пути. В итоге что мы получаем? Вот хотелось бы подчеркнуть, какой бы уровень доверия к аутентификации мы не достигли, самый высокий, но если у нас плохо идентифицирован пользователь при регистрации, будет самый низкий уровень доверия к результату. Вот о чем говорит эта табличка. Ну и хотелось бы все-таки поговорить о биометрии. Вот мне говорят, вот вы, господин Сабанов, против биометрии, как это так? Я не против биометрии, я очень даже за. Но ее нужно применять там, где она может быть применима. И не более того, не надо завышать наши ожидания от применения биометрии. Она не может прыгнуть выше головы. Биометрия очень нужна при идентификации. И вот на этом слайде все показано, что... Она нужна для противодействия попыткам множественной регистрации, она нужна для подтверждения идентификационных данных, и она нужна для неотказуемости, о чем я уже рассказывал. Если будет все вестись видеосъемка, как это делается в некоторых банках, то у вас уже клиент никогда не откажется от того, что он прошел регистрацию. Вот. И ваши риски в этом плане будут снижены. И биометрия в аутентификации. Значит, вот здесь нужно, конечно, нам поговорить более, значит, подробно. Почему? Потому что у нас есть, значит, ТК-098, который отвечает за биометрию и мониторинг в системе стандартизации. Значит, когда я стал изучать, кто является членами этого ТК, с удивлением обнаружил, что за исключением РНТ и еще там одной, ну максимум двух структур, это весь ТК состоит из компаний, производителей средств биометрической идентификации. Несмотря на то, что в требованиях, в списке задач этой организации по биометрии, значит, стоит и безопасность в том числе, почему-то стандарты переводятся исключительно айтишные. Какими, знаете, какие форматы передачи, какие там, ну, в общем, айтишный стандарт. Вот меня порадовало, когда Иван Беров стал говорить про стандарты безопасности, значит, то, что этот вопрос хотя бы стал уже, ну, понятно, что после того, как создали систему, то есть обычно стандарты международные рекомендуют и security by design, то есть безопасность закладывания этапа проектирования, и privacy by design, а это все privacy, причем очень серьезные персональные биометрические данные. Вот. Мы сначала что-то создаем, потом думаем, а как же нам защищать, да? Это должно делаться заранее. Но почему, значит, биометрию нужно применять аккуратно, здесь написано. Потому что не обеспечивает, не является секретами. Ни лицо, ни голос, это абсолютно уже доказано. Сколько бы раз вы не представили свое лицо или не приложили палец, бинарники будут все время чуть-чуть, но разные, а хэши обязательно будут разные, вот, по определению. И использовать это в качестве, допустим, идентификатора невозможно. А вот для подтверждения с определенной долей вероятности можно и даже нужно. Вот. Поэтому я не против биометрии. Ну, без рекламы скажу, что мы и производим, и продаем, и поставляем по госконтрактам биометрические устройства. Но делаем это просто аккуратно, потому что мы знаем пределы применимости биометрии для практики. Значит, у нас вот, во Всемирной организации по стандартизации есть 37-й подкомитет. Значит, у нас в России есть ТК-098. А, в общем-то, из принятых у нас стандартов по биометрии, почему так мало, практически нет стандартов по безопасности применения биометрии. Давайте посмотрим. Вот они, стандарты ISO по безопасности применения биометрии. Вот он список, 18 стандартов. Сколько из них у нас сейчас действует в Российской Федерации? Отвечаю, 2. Ну, это нормально. И причем есть организация, которая за это должна отвечать. Вот. И это нам нужно учитывать в своей практической деятельности в той или ином мере, потому что все равно это будет у нас адаптировано, переведено и будет в полном объеме использоваться. Вопрос, когда только, да? Потому что у нас и федеральные законы очень медленно пишутся, согласовываются, и некоторые до сих пор не приняты, хотя уже там 3-4 попытки было.
И с стандартами тоже не все так просто. Они не принимаются вот так на раз. Если за месяц написали стандарт и его приняли, значит, нельзя им пользоваться. Он должен обсуждаться внутри ТК, внутри сообщества, после этого приниматься. Ну, в этих стандартах, в принципе, приведены рекомендации по обращению с биометрическими персональными данными, рассмотрены типовые архитектурные решения. Ну, это просто помощь для того, чтобы понимать, о какой стандарт тебе больше всего нужен. Вот. Не все они, конечно, уже опубликованы. Из этих 18, 10 только они действуют в ISO, а вот последние они в стадии подготовки. Но, тем не менее, об этом, конечно, надо знать. Ну и варианты применения биометрии для мобильных устройств, они расписаны в этих стандартах. И вот показано, например, что режим А является наиболее безопасным. Что такое режим А? Когда вы биометрию используете только для доступа к секретному ключу, к приватному ключу, который потом участвует в обмене для аутентификации. Это самый безопасный режим. А режим Д самый небезопасный. Ну, примитивная вещь, но это все расписано. И не надо здесь, значит, делать каких-то там, изобретать велосипед. Все уже изобретено до нас. Надо просто это использовать, применить, ну, с учетом нашей нормативно-правовой базы, естественно. Которая тоже, я надеюсь, она будет немножко подправлена. Вот. Ну, с практикой. Ну и пример вот использования биометрии на смартфоне приводится. Ну, к сожалению, у меня не было времени перевести. Вот, это все на русский язык, но мне кажется, что сейчас уже все и айтишники безопасности легко понимают технические английские тексты. Мы постоянно с этим все работаем. Вот. Какие угрозы? Вот это последний слайд, фактически, то, что мне хотелось бы показать. Обратите внимание вот на правую часть. Здесь показано уменьшение угроз. Вы видите, что наверху, там, где используется как раз фотография, и там же и голос, вот, к сожалению, угрозы слишком велики. Они снижаются, когда мы вместо портрета используем палец. Это уже в стандартах уже. Вот эта градация. Нам не надо изобретать велосипед. Нам не надо дополнительные исследования делать. То есть это уже обсуждено. Это уже есть и научные, есть и практические, есть и там испытания многочисленные. После этого вот такие рекомендации стандарты выдают. Но надо этим пользоваться, коллеги. Хотелось бы, чтобы, значит, мы все понимали и оценивали риски. Собственно, почему я занимаюсь рисками? Потому что у буржуев все просто. У них есть культура применения оценки рисков. У нас, к сожалению, это не очень развито. Поэтому приходится эту гигантскую работу делать, чтобы переводить эти стандарты уже в рекомендации. Чтобы вам не нужно было оценивать риски. Хотя хотелось бы, чтобы все мы этими инструментами владели, чтобы мы все это делали, чтобы мы доверяли тем решениям, которые мы используем. Спасибо за внимание.